Доброе утро. Главное, вот этот момент, когда вы вроде бы поставили на фиксатор и начинаете отпускать, а на фиксатор вы на самом деле не поставили, очень опасен. Поэтому продолжайте придерживать, даже когда вы вроде бы поставили фиксатор и отпускаете. Ну, сейчас поясняю. Вот, мне показалось, что я поставил на фиксатор. Да. Я начинаю отпускать. Ухо! Неожиданно у меня ухает вниз. С громким треском транса, вырываемого из лодки. Длинные руки, вот так, кого побольше, нужно действовать корпус. Помпа и связь, ну, почему-то потерялась, а вам нужно нарастить рукав. Давай я попробую. Ну, давай, если тебе не хочешь там измочиться, да? Я готов. Попробуй. Попробуй это сделать. Короче, у нас уже вечер, проводим учения, и это весело. Вспомнил, как в детстве играли друг с другом, поливали друг друга водой, только теперь мы взрослые, делаем то же самое. Правда, у нас сейчас эстафета, предыдущая группа отстала. Мы вырываемся вперед. Это круто. Прикольно тут посмотреть на этот вид. Теплее, да, второй раз? Да-да. Не зря прыгнул.
Покажите свет. Просто невероятно. Все. Буду завершать этот день. Это долгий насыщенный день. Хотелось по максимуму записать. Хотелось по максимуму его запечатлеть. И надеюсь, все, что я заснял, войдет в сегодняшний влог, потому что день был очень загруженный. И снять хотелось как можно больше. Конечно, это не всегда удается. Бывает, камера трясется, бывает, шум попадает в камеру, бывает все что угодно. Но сегодняшний влог я верю. Я очень старался, и я надеюсь, у меня получится его сделать, и я не вырублюсь спать. Потому что смонтировать я хочу его сегодня же. Сегодня особенный день, потому что мы все, кто находится на этом острове, участвуют в этой волонтерской экспедиции. Они стали ближе. Мы все стали ближе сегодня. Сегодня мы как почувствовали себя огромной семьей. Мы участвовали в разных эстафетах, мы участвовали в общих учениях. Мы просто сидели и разговаривали. У нас все было очень круто. Я надеюсь, дальше будет так же. Ладно. Говорить уже не о чем. Буду заканчивать это видео. Посмотрите еще раз на этот вид. Увидимся.